Лето с движением первых. Таков девиз Всероссийского фестиваля. Сегодня, в День защиты детей, он проходит по всей стране. В Волгограде масштабные мероприятия в эти минуты продолжаются в Центральном парке культуры и отдыха. Посетители парка получили уникальный шанс интересно и полезно провести время и отметить начало таких долгожданных каникул. Фестиваль начался с концерта, продолжился награждением лауреатов премии «Горячее сердце». В парке работают интерактивные площадки, каждый может присоединиться к движению. На сцене для зрителей выступают главные виновники торжества. Взрослые, они ведь тоже дети, и как и всем на свете, им тяжело мечтать. Интересный, яркий, шумный фестиваль в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование» продолжится в Центральном парке культуры и отдыха до 20 часов. Волгоградцы успеют посетить все разнообразные интерактивные площадки. В Волгоградском детском центре «Орленок» открылась первая из 6 летних смен. Тематика заезда патриотическая – страна героев про героев. Первооткрывателями стали 470 мальчишек и девчонок от 7 до 17 лет. История России, основы парашютного спорта, скалолазание, военная подготовка, стрельба и ОБЖ. Дети с удовольствием из года в год приезжают в лагерь научиться чему-то новому, обрести настоящих друзей и даже попробовать себя в роли наставника для младших ребят. Муниципалитет Волгограда уделяет большое внимание комфортному и безопасному летнему оздоровлению детей, в том числе и в Орленке. Так, в 2021 году отремонтировали спальные корпуса, заменили кровлю, утеплили фасады, обновили инженерные сети. Подрядчиком были смонтированы системы вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях. На территории лагеря работают большая многофункциональная спортивная площадка с трибунами на 480 мест, бассейн, библиотека, эстрадно-театральный комплекс на 600 посадочных мест, образовательное пространство «Космос», настоящий шахматный городок и площадка для воркаута. С Днем защиты детей, самых маленьких жителей Волгограда, их мам и сотрудников перинатального отделения клинической больницы номер 5 поздравили сегодня депутаты Волгоградской городской думы. В последние годы это стало доброй традицией. В День защиты детей депутаты Гордумы по Краснооктябрьскому району Владлен Колесников и Руслан Морозов приезжают с подарками в неонатологическое отделение клинической больницы номер 5. Для маленьких пациентов привезли самое необходимое. Специализированное питание, средства гигиены, комплекты личной гигиены. Неонатологическое отделение больницы номер 5 специализируется на оказании помощи новорожденным. Малышей сюда привозят со всего региона. Большинство из них – дети, родившиеся раньше срока. Специалисты спасают таких крохотных пациентов даже в самых сложных случаях. 98% недоношенных детей выживают. Для этого используются все современные технологии. Сегодня они доступны для волгоградских неонатологов. На склоне центральной набережной специалисты завершили основные работы по благоустройству. Подрядчики, выполнившие благоустройство второй очереди склона напротив речпорта, уложили на объекте последние квадратные метры рулонного газона. Обновление зеленой зоны реализуют в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его инициировал президент России. На территории уже обустроены лестничные спуски от улицы Краснознаменской к Нулевой Продольной и парку Царицынский. Перед этим специалисты завершили мощение спусков. Вдоль них укрепили подпорные стены, гранитные бордюры очистили при помощи пескоструйного оборудования. Агрономы высадили 300 крупномерных саженцев ели, сирени, черемухи, спиреи и берючины и оборудовали ландшафтную подсветку. Уход за растениями обеспечивает поливочник. Для удобства волгоградцев здесь впервые появилась парковая мебель, скамьи и урны. Обновление склона центральной набережной провели в несколько этапов с учетом сложного рельефа пространства. У подрядчика 5-летняя гарантия. За качеством работ их заказчик, муниципалитет, строго следит. Благоустройство очередного участка набережной имени 62-й армии от уже отремонтированной территории у речного порта до Нулевой Продольной началось весной 2023 года в рамках рекпроекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В Волгограде открылась отчетная выставка «Моя Россия». В экспозиции 40 работ. Их авторы – воспитанники детской студии живописи «Благовест». Она работает при Волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова.
Горный пейзаж, как воспоминание о зимнем отдыхе на Донбайе, представители сказочной флоры и фауны и даже иллюстрации библейских сюжетов. Например, процесс создания звезд и планет в божественном космосе. Все это изобразили на своих рисунках юные художники. На выставке также представлены работы на тему славной героической истории России. Пятилетняя Мирослава мечтает стать иконописцем. Девочка изобразила легендарного защитника всея Руси Александра Невского. Князь сжимает правой рукой рукоять обнаженного, готового к бою меча, а в другой руке у него надежный щит. Посетить выставку детской живописи «Моя Россия» в музее Машкова можно до 30 июня. Сегодня вечером в Волгограде ожидаются небольшой дождь и гроза. Завтра днем в городе-герое без существенных осадков. Ветер северо-западный, ночью 5-10, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла.